Чудовищная сила. Чудовищная сила. Погоня за оборотнем волком. Авторы сценария Мэри Кроуфорд и Алан Темплтон. Вот он! Обдурил волка! Я уже сошел. Что это? Белла! Я здесь на связи, Ланс. Мы прикованы к земле. Белла разрушил наши аэромопеды. Люк погнался за ним! Один! Надо его остановить! Люка не остановить, когда речь идет о Белле! Мы не можем его преследовать. Встретимся в аэропорту. Конец связи. Включаю зажигание. Помолись, Шелли! Я подключу аварийную систему. Ты не уйдешь от меня, Белла.
некуда, слышишь? Но долго еще? Терпение. Я механик, а не волшебник. Я его почти догнал. Почти рассеял проклятие оборотня. Мы найдем его, Люк. Известно, куда летит самолет? Да, конечно, в Нью-Йорк. 26 миллионов народу. Может случиться непоправимое. Мы впервые в Нью-Йорке. Город контрастов. Тут нужна осторожность. Психи на каждом шагу. Джон Полидори. Неплохо звучит. Нью-Йоркский университет. Административный корпус. Люблю слушать полицейские сводки. Они как-то успокаивают. Раз ты их слушаешь, значит, с тобой все в порядке. Подкрепление в аэропорт Кеннеди. На человека напал дикий зверь. Я ведь вас именно там подобрал. Вот и не верь после этого в свою судьбу. Как вы правы, мистер Полидори. Эй, старина, вы чего? Спасибо, что подбросили, мистер Полидори. Не гонись за мной, Тальбот! Пожалей! Оборотень наследил по всему Нью-Йорку. За двое суток совершено 6 нападений. Это уж слишком. Как себя чувствуешь, Люк? Я чувствую себя пока в форме. Картина. На него явно напал дикий зверь. Правда, на стене лифта была надпись: «Только ты можешь остановить меня, Тальбот». Значит, у вас есть информация о маньяке. Ну, выкладывайте. По городу бродит оборотень. Предлагаем вам свою помощь. Помощь? Ну что ж, помогите бумаги подшивать. Было бы очень мило с вашей стороны. Но послушайте. Сыщик Халлоран, говорят, у вас есть видеоматериалы. Верно ли, что речь идет о чудовище? Про чудовище расспросите вот этих психов. Они большие специалисты. Люк? Люк? Я же говорила, у меня нюх на сенсации. Э?
Трэп, увози нас отсюда. Ты теряешь разум, Люк. Надо бы тебя запереть до конца полнолуния. Нет. Вспомни, что написал Белла. Ты не можешь с ним драться один на один. Он хочет затравить тебя. Если в полнолуние ты потеряешь над собой контроль, то навсегда станешь диким зверем и окажешься во власти Беллы. Белла действует наобум. Надо расставить патрули. Но как уследить за оборотнем в огромном городе? Мы отряд по борьбе с чудовищами. Нам и карты в руки. Вот это да! Сенсация! Мы отряд по борьбе с чудовищами. Нам и карты в руки. Доложу начальству, наш босс будет в восторге. Кажется, все готово, Люк. Отряд, говорит 874-й. У меня сообщение для Люка. Я здесь. Читал послание Тальбот. Только ты можешь меня остановить в метро на 10-й авеню. Я буду ждать. Люк, нет. Разве не видишь, это ловушка? Я не пущу тебя. Отдавай сумку! Не так ли? Нет! Луна сводит тебя с ума, Тальбот. Твоя кровь кипит, твой голод растет. Возьми его, Люк! Он преступник! Он это заслужил! Да, он заслужил! Yeah.
эта уникальная съемка доказывает, что городу угрожают оборотни. Но помощь не за горами. Загадочный отряд по борьбе с чудовищами преследует их. Мы его упустили. Люк совсем обезумел. Перестал меня узнавать. Если он примет жертву из лап Беллы, то он всегда останется оборотнем. Белла того и добивается. Слушаю. Да, говорите. Записываю. Поступило 6 сообщений. На соборе Святого Патрика видели оборотня. Пора переводиться в Айову. Добро пожаловать, сынок. На охоту вышел? Да, вышел. Но не смей называть меня сынком. А кто ж тебя породил? Это я сделал из тебя кто ты есть. Чудовище! Внимание! Вижу двух оборотней. Высылайте подкрепление. Центральная, они зацепились за вертолет. С трудом управляю машиной. Что делать? Иди к Истривер и сбрось их. Ну вот, Люк, ты ослеплен звериной яростью и готов напасть на кого угодно. Он его дразнит. Хочет довести до безумия, а потом подсунет жертву. Нет, не стрелять. Мы можем зацепить пилота, пока будем их преследовать. Я над рекой, пытаюсь их стряхнуть. Они боятся тебя и негде спрятаться. Чуешь человеческий страх? Да, я чую человеческий страх. Так бери их, следуй моему примеру. Ладно. Рид, он слабеет. Поймал одного в прицел. Этот глупец собирается стрелять. За мной! Выбери себе жертву! Нет! Держись, Люк, мы спасем пассажиров. Нет, я не могу. С людьми ничего не случится. Они под защитой магнитного поля. Падение не повредило им. Люк пытался их спасти. Он борется со своей звериной сутью. Ну же, убей меня! Ты ведь этого хочешь, правда? А? Нет, не хочу. Держи его!
чудовище! Проститься приехали? Нет. Убедиться, что вы отсюда убрались. Угу. Мы еще вернемся. Продюсер Джеральд Трип, режиссер Крик Шоутон, художник Тим Дикон, композитор Эдмунд Иган. Производство Lacewood Productions в сотрудничестве с Universal Cartoon Studios.